Талпар выходит в полуфинал Кубка Харламова. Мы поздравляем юлаевскую молодежку с этим достижением, с этой красивой победой. Непростой, сложной, тяжелой, но дотерпели уфимцы. Талпаровцы большие молодцы, собственно говоря, как и хоккеисты Чайки. Одни сейчас, безусловно. Да. Эмоции непередаваемые. Вторым очень обидно. Но тут уж ничего не попишешь. Победитель и в этом матче, и в этой серии должен был быть один.